После каждой маленькой победы буря эмоций. Такая атмосфера во второй школе царит последние 2 месяца. Серию спортивных мероприятий здесь объединили фестиваль спорта. Обычно его посвящают 23 февраля и 8 марта. В этом году добавился еще один важный повод. На спортивную площадку школьники вышли, чтобы поддержать паралимпийское движение. Они очень ждали этот праздник, потому что он как раз совпал с паралимпийскими и олимпийскими играми. Нас это очень вдохновляет, что успешное выступление наших команд способствует также и нашим мероприятиям. На стенах плакаты, посвященные паралимпиаде, на эмблемах паралимпийские полусферы и лучик – символы игр. Учитель физкультуры Владимир Хайхян уже 3 десятилетия учит школьников любить спорт и ценить победы. Особенно те, которые даются с таким трудом. Сейчас проходят паралимпийские игры. Мы их очень обожаем. Эти спортсмены – настоящие герои. Смелые и сильные. Смелость, сила воли. Сложно представить, но такие эстафеты в школе номер 2 проводятся уже 35 лет подряд. Самые яркие моменты учитель физкультуры Владимир Хайхян бережно заносит вот в такие книги. Здесь и фотографии, и газетные вырезки, 3 тома богатой спортивной истории второй школы. В ее стены не раз на дружеские встречи приходили олимпийские чемпионы. Одного воспитал сам Владимир Хайхян. Он первый учитель теперь уже 2-кратного олимпийского чемпиона Алексея Воеводы. Первые его олимпиады в Турине была встреча, где он завоевал олимпийскую медаль. Но это наша гордость. Бочарников, Скворцов. Еще они учились в советское время. Мастера спорта по легкой атлетике. За 35 лет вторая школа воспитала 29 мастеров и кандидатов в мастера спорта. Конечно, не без усилий Владимира Хайхяна. Свои плоды дают и такие спортивные праздники. Сегодня зал был полон. В веселых стартах приняло участие более 300 школьников. Елена Всец, 0,10, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.